на этой, на три бушете. Он дает только плюс 10 и ведет мастер за него. Гильдия мастеров. Ну или город мастеров. 250 стоит, 300, 400. Всего 300. Куда нам нужно? Не смысл. Просто единственный плюс, например, если мы брать барда. Здесь производить. То мы не будем бардом платить. Но бард это первый бард через 3 тура. Где этот город? А так мы будем стоять и ждать тут. Потому что нам бардов надо не 3 дивизиона, а там 6, лучше 8. И аркан вот этот. Петровый 250 продакшн, а на 150 как раз и Голдхэм произвести, тогда ну усилия оправдают. А с Содром First Strike, этому и спринт First Strike мы прокачнули. А этому Каспел. Все. Давай. И вот посмотрим. Один момент. Ну все. А, мы уже походили, но сейчас битва будет. Да, N, пускай там. Ну, одним отрядом сложно. У нас сейчас пару болдеров даже. Ну, Каспел, чтобы он ускорился. Или Силка. Но навряд ли сами. Автокомбат, чтобы не тратить. Нету смысла. Если бы это были эльфийские стрелки. Ну, боумы. Опа, не знаю, да? Если они начали суетиться. Кто-то где-то выскочил. Ну, а их тут не один как бы отряд. Мы спровоцировали, да. Давай. Ты. Сколько тура вообще осталось? Это тур. Ой. Разобьем их. И все. И вернемся. Они почувствовали наживу. Ну что за отряд тут? Он смородил этот. И выстрел. Ну, застрелять без пенальти и так. Зачем нам развивать там каст? Ну ничего не приведет. Ну, есть магия. Которая дает. Ну бардом да, нам может быть. Гриф. Не, не отсюда, отсюда. Два
20 тысяч, ну нехилый такой удар. Сколько? Да нормально. Ну же ничего не идет у грифов, все старает. Можно сказать, что мы один дивизион потеряли, а не три. Тут. Ого, да на него пил. Он у них на сплинте. Чтобы не замочили нас. Резко крыло. Зачем? Все. Отомстили. Равен. Надо даже при том, что герои Гриху надо отряд. Дивизион. Вернулись. Return. Завелинкс. Звать Завелинкс. Тур остался. Ну, сейчас будет абсорб. И мы пару отрядов их проведем.